Пару дней назад в микрорайоне Южный временно ограничили проезд транспорта по бульвару Гусева. Причина – прорыв на водопроводных сетях. Чтобы не прерывать транспортное сообщение, в городской администрации перевозчиков обязали изменить маршруты транспорта, в том числе коммерческого. Однако водители не спешат этого делать. Очевидцы запечатлели на видео, как две маршрутки номер 12 пытаются выехать с пешеходной площади на улицу Можайского, проезжая по площади перед досуговым центром «Мир». Основную опасность такие маневры представляют для пешеходов, которые, не подозревая об опасности, ходят по этим тротуарам. Мы просим ГИБДД обратить внимание на данное происшествие.